Так. Долгожданная посылочка. Угу. Пришел кокорик. Пока распечатывать не буду, но... Мне нравится мне что-то вот это вот. Что-то тут все-таки есть. Темное пятнышко какое-то непонятное. Вот. Подходит ли он к паяльнику? Не знаю, как Т100 подойдет или нет, но моему, я думаю, да. Так, проверяем. Да, то же самое. В принципе, теперь есть у меня и топорик, и БС-2, по-моему, вот это вот называется. Да. Ссылка на него будет в описании. Но вот это вот черное, конечно, меня смущает. Ладно, будем посмотреть. Хотя, в принципе, можно его все-таки, наверное, и распаковать, и глянуть. Что за чернота? Не знаю, уйдет или нет. Покажет время. Вроде бы сделан добротно. Чуть попозже затестим. По длине немного больше, конечно, но тем не менее топорик тоже иногда бывает нужен. Ссылка на него будет в описании.